Здорово. Здравствуйте. Здорово, бандиты. Здравствуйте, бандиты. Я и моя жена. Приветствуем вас. Мы намутили джекфрутов. Не вижу вас. Нормально у вас там все? Это джекфрут. Что мы знаем про джекфрут? Я лично не знаю ничего. Я лично только люблю есть его, ничего не знаю про него. Говорят, съедобное, и мы будем это сейчас пробовать. Так, на, кусай. Как? А я проглотила, не поняла. Чтобы ты жевала, я тебе кусочками это сделаю. Проблема джекфрута в разделке. Липкий, как будто копошишься в клею. Я это делал. Копошился в клею? После того, как ты разбираешь его, потом можно просто подходить к чему угодно, вот так прикладывать руки и поднимать это. Как Человек-паук. Да, как Человек-паук, который не контролирует свои вот эти силы. Не контролирует свою жизнь. Нужно перед тем, как работать с джекфрутом, окунуть свои руки и нож в масло подсолнечное. В святую воду. Ты хочешь в масло что-то окунать? Нет. Руки. Надо никуда макать эти руки. Так это выглядит. Очень липкая, потрясающий запах и офигенный вкус. Да, действительно, очень сладкий. Вот, собственно, мы и сделали это с джекфрутом. Ну все, пока тогда.